ворота Дамтор, Петербург, 13 августа 2023 года. С этого места мы проедем с вами, намереваемся проехать Петербург, дамы. Мы были с вами буквально 5 минут назад здесь, у кладбища погибших в советских войнах, в годы Великой Отечественной войны. Вот там мы ходили с вами. И мы попытаемся проехать туда, к этому военному городку. Петербург, дамы. Здесь многие ходили по этому маршруту, по которому мы собираемся проехать. Даже проезжали, так как мы проедем. Это, конечно, школьники, кто со школы шли сюда, домой. Ну, военнослужащие, члены семей военнослужащих. Да, по существу это центр города. Вот мы уже проходим эти ворота. Вон там транспортное средство на углу стоит, забор, и мы проедем направо. Башни, ворота. Это все элементы крепостной стены городской. Хорошая солнечная погода, 11 часов, пол-11. Видимо, я первое видео, когда делал, неверно сказал время. Вот времени без 20:11. Может, видно. Вот на этом транспортном средстве мы поедем. В ту сторону. Вон туда, там дачи находятся. Дальше там уже дорога пойдет именно Петербург, дамы. Машины разъездились. Пешеходы. Мы стараемся пешеходов не беспокоить своими съемками. Не каждому нравится. Да, к велосипеду и поедем. Камеру положили, поехали. Ух, еще не поехали. Автоматика. Кибернетика, надо было сказать. Это никак не могу включить. Ах, включился. Пешеходы прошли, и мы поедем. Да, еще мы включились. Ха, сказал я уже кибернетик. И вот прямо так пойдем. Вот здесь, вон там башня четырехугольная, элементы крепостной стены, не видно уже ничего. Ну, справа дачи. В
Ну как рванул. Быстро-то. Никак не переключился. Переключился. Извините, поменьше скорости. Вот сливы лежат. Сначала был запах фруктов, подгнивших. Да, теперь вот мы увидели уже сразу. Фруктовые деревья здесь. Вот эти столбики и заборчик еще с тех времен далеких уже. И мы здесь направо немного. Да. И налево. Это пруд. Вон там, я хотел сказать, лебеди нет. Не видно лебедей. Это площадка. Здесь игровая площадка. Здесь же оборудован для тренинга. Скейтбан. Да. Досок на роликовых коньках. Да, шпиль 15 написан. Теперь надо переключиться, слишком уже переключились. И вот уже рядом на подъем пойдем, и там уже будет Петербург дамы. Военный городок справа. И прежде будет кладбище слева. Дома эти никуда не делись. Ранее считал первое наше видео. Я говорил, где жили семьи офицеровых прапорщиков. Нет, ошибался. Каштан. Вон уже забор начинается. Петербург дамы. Это черешня была. Вот это дерево черешни. Я очень много тут был. С левой стороны кладбище городское. Вот забор. За забором как раз и есть расположение. Тут дорогу положили буквально пару лет назад. Новую дорогу. Вот мы оттуда едем с вами. Вон кирха Святого Николая. Сейчас мы велосипед поставим. Немного увеличим. Мы с проезжей чаще части убираю велосипед. Да.
Да, мы оттуда приехали с вами, вот верха Святого Николая. Поле уже убрано, здесь была пшеница или рожь. Ячмень, не знаю, что-то зерновое. Зерновая культура. Давно убрано. Быстро все делается. Скамеечка. Тут нет автобусной остановки, просто скамейка. Прямо направо, на основную улицу. Направо туда, если пойдем, на стадион выйдем. Городской. Да, к воротам подъедем. Которые вот тут с тыльной стороны. Да, опять же говорю, здесь многие ходили. Может быть, не все, кто здесь проживал, проходил воинскую службу. Но многие. Опять же, напоминаю, что, видимо, школьники были в основном, в своем большинстве. Со школы, если идти, здесь удобнее было. Через парк, через центр. И прямо на Боху. Туда дальше, на Боху. Тут все заросшее. Ну, кое-что рассмотреть можно, если там походить. В упор видно кое-что. И мы бы там бывали. Все помещения и здания мы посещали. Помещения в зданиях этих. Это вот кладбище. Сюда вход. Жилой дом. И он жилой дом. Один остался такой четырехэтажный. Котельня снесена. Вот ворота. Которые тут заходили-выходили. Прямо там КПП. Жилой дом. Да, напротив кладбище городское. Можем немного проехать еще в ту сторону. Может, что-то увидим через забор. Лет 5 назад еще можно было увидеть там ангар. Вот Бохов. Не соврал мне. Прямо Бухов, 4 километра. А тут была уже котельная. И на Бухов. Но нам туда не надо. Нет, ничего не видно. Что это за рожь? Забор не видно. Даже забор не видно.
Через забор. Да, посмотри. Мы приехали в центр. Там Петербург. Извините. А Дамтор, ворота. От тех ворот приехали сюда. Петербург, дамы. 13 августа 2023 года. К знаку подъедем. И там остановим видео. Знак уже рядом. Вот, Петербург. Всем всего доброго, до свидания, до новых встреч. Вон мелькает дом. Четырехэтажный. Яркое пятно. Шиповник. Надо же. Уже плоды есть. Он цветет. Вон плоды. Шиповник. До свидания.